установка на то, что можем изменить другого человека, ошибочная. Но если нам человек нравится по каким-то причинам, мы попадаем в такую ошибочную петлю. Нам кажется, что чем мы больше вкладываемся в этого человека, тем больше будет отдача. Дальше начинается инвестирование, 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 и вы уже становитесь заложником инвестиций своей. Уже много вложили, много времени провели там и так далее. Может быть, у вас уже какое-то совместное дело или даже отношения возникли и так далее. И уже жалко терять потраченных усилий.